нам спокойно не сидится. Дима смонтировал, я посты опубликовала, написала. Выезжаем. Вот это вот наше. Ну, понятно, да, ёжику со снежинкой. Вот как он будет выезжать, я не знаю. Для меня это космос космический, я так не умею. Куда мы сейчас опять на ночь глядя собрались? На самом деле не на ночь глядя, время еще 6 часов. Мы сейчас едем в анапский офис Siberian Wellness корпоративный. Как я уже утром говорила, мне нужно кое-что взять. Вот. И новинки взять. Пошли новогодние коллекции. Очень люблю, они ограничены, как и в Икее. Пока есть, надо цапать, а то потом не будет. Ой, господи. Для меня это высший пилотаж. Режим пушка. Я так не могу. Пошла садиться, пока меня не забыли. Мы очень удачно поселились. Офис корпорации. Довольно-таки рядом. Мы ехали минут 5. Не знаю, пойдет со мной, не пойдет. Ты со мной пойдешь? Да, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Мы пошли пополнять запасы. Так, как обещала, мы в нашем корпоративном офисе, понятно, пятница, вечер, все уже по домам. В гостинице покажу, что мы накупили. Куча всяких новиночек пришла. Вот за ними мы как раз приезжали, плюс пополнить наши запасы, то, что я не взяла из дома. Витамин D на масляной основе. А, кстати, он единственный гипоаллергенный, потому что очень многих витамина D, которые идут на водной основе, у них меньше усваиваемость, и плюс еще и аллергические реакции возникают. У нас очень сильная была у старшей, когда она малышариком была. Вкусняшки. То спрашиваете, да, все наши любимые батончики, которые мы вам показываем в обзорах. Вот про эти новинки буду отдельно на втором канале, который про ЗОЖ, снимать обзор. Мы сейчас их взяли, я все это сегодня потестю. Буду готова рассказать. Кстати, в Анапе есть стоечка с пробничками, декоративку, все можно попробовать. Розовенький, любимец всех моих клиентов. Я думаю, я вам еще в номере распаковочку сниму. Кстати, все ароматы тоже можно потестить. Вот этот аромат Тайга и вот этот Абсолют, наш любимый с Димой, это два денежных аромата. И, кстати, Тайга, вы меня спрашиваете, откуда столько уверенности в кадре болтологии. Это, кстати, Тайга несет специальные ноты, которые помогают. Но я думаю, с вами еще увидимся не раз, потому что мы приехали надолго. Планы с кучера. Вот здесь вот будут проводиться бизнес-встречи. Ну все, мы погнали дальше. Спасибо. Все, я вам показала магазин. Ну, менеджер работал, не особо удобно было ее отвлекать. Сейчас я вам в номере, наверное, еще покажу, что мы взяли для себя. Да, вообще просто свой пакет для личного потребления. Ну и, соответственно, подписываемся на второй канал. Там я буду снимать обзор, прям распаковку, конкретно рассказывать, в чем уникальность новой серии. Вообще, наверное, безумное количество вышло. Открою маленький тайный секрет. Я знаю, что меня очень много смотрят любители Siberian Wellness, которые не только наши клиенты, а вообще, то есть там других команд, партнеры, клиенты других консультантов и так далее. Ребят, срочно покупайте ноябрьские каталоги. Там бешеное количество скидок. Просто бешеное. Вообще, друзья, я думала, что мы уже с вами попрощались на сегодня. Но мы с Дмитрием Юрьевичем походили, пофилософствовали, находили 13 тысяч шагов и... А кушать хочется всегда. И вот я сейчас сижу, девочки, завидуйте молча. Я сижу, вытянув ножки. Чуть-чуть вина, ягодка, сырочек. И муж готовит кушать. Муж, где тебя такого золотого взяли? Пойдем покажу, что я готовлю. Что ты готовишь? Не ППшный Женин обед, да? Мы делаем классическую карбонару. Но классическая она... Потому что нет сыра настоящего пармезана, она перенесла. И терки нет. Ну, я бы это, извернулся.
сожалению, нет. Поэтому мы будем делать в другом стиле. Ну, не менее ничего. У вас вода кипит. Очень хорошо, давай лапшичку. Сейчас мы немножко вот растопим, выключим. Ничего, что вода горит. Вот так вот. Все выключили. Отлично. Отлично. Там вот чесночочек, он сейчас передаст сок, растает жир у бекончика. Мы сейчас туда немножко базиличку сцепим. Потом туда сливочки, сыр и лапшу. А можно вам показать, зрители, как это шеф-повара делает? Дим, это не та сковородка и не та кухня. Если не получится, показывать не буду. Я могу отключаться? Поэтому сегодня у нас ужин. Классическая карбонара с вином. С вином. Наверное, будет у нас вот такое. Лохны. Будет лохны. Оно легенькое. Только у нас карбонара. Ну не было. Там была троечка, мы это глядь. А кстати, не включается. Как я. Не тоже знаток, я. Профессиональный повар? Да, я профессиональный повар, особенно в итальянской кухне. Только мальтегляти считаются самыми-самыми... Итальянскими макаронами. Ну, пусть будет так. Эти продукты невозможно разварить. Возможно, но потребуется значительное время. Наша бабушка может. Бабушки могут все, понимаешь? Но я исключительно вам рекомендую покупать вот именно только вот эту. Не Бариллу, не Мариллу, не Гориллу. Тебе за рекламу платят? Нет, я искренне рекомендую только работать вот с этим продуктом. Потому что я, когда еще работал поваром, потом су-шефом и шефом, мы работали под конец вот только вот на этом продукте. Вот такие фигуры. Качество неизменное. Короче, я пошла пить вино с ягодкой, а Дмитрий Юрьевич готовить. Сегодня мы в Италии. Друзья, как обещали, распаковка того, что мы взяли и зачем мы это взяли. Завтра мы будем снимать по этому поводу обзор, это все выйдет на нашем втором YouTube-канале. Так, во-первых, из-за чего мы ездили? Это вот такая вот новая линейка. Шампунь с конопляным маслом, маска для волос с конопляным маслом, крем для рук и лица тоже с конопляным маслом и маслом ши, еще абиссинская горчица здесь. И бальзам для губ. Бальзам для губ я уже потестила. Мы после того, как вернулись, пошли погулять по набережной, пофотографироваться. Я любитель больше поболтать на ветру и прочее. Короче, вернулась потрескавшимися губами. Сразу это дело нанесла, прям мгновенно увлажнила губы. Я думаю, результат не заставит себя ждать. Так, значит, про это отдельно рассказывать не буду. Вы все посмотрите на обзоре. Да, Дим? Да. Ну, штуки классные. Вообще, конопляное масло наши бабки сыздревни использовали для ухода за собой. Так, это вот зачем мы ездили, это новинки. А это то, что нам нужно на постоянку. Это младшая дочка очень просила, у нас же такой же... Наши золотые значки чуть побольше. Кто смотрел влог Москвы, видели, вы ребенку нужно, как у родителей. А это еще параллельно такие вот красивульки. То есть это так вот мелочи. А дальше взяли вот такой вот органайзер. Тоже появилась новинка. Произвели к Новому году. Очень большой, тяжелый. Всего 450 рублей. Я удивлена, потому что я заказывала с Алиэкспресс, по-моему, рублей за 400 дин. Тоже около того. И он у нас очень быстро развалился. То есть очень удобно, особенно да, в текущий период. Кому что надо, разложили. Очень глубокий. По дням недельки. Ну, это для спортсменов. Тоже очень, кстати, приятная штука. Кто выездной. Удобно сразу сложил с собой. И главное, что это все очень плотное. Можно миксовать как удобно. И даже можно оставлять, например, да, там мужу, ребенку. Вы знаете, что вот надо оставить не по каким-то тарелочкам. На неделю. На неделю. Я правильно думаю? Да. На неделю. Вообще, 450 рублей очень добротный. Но вот такие вещи, например, компания уже не кэш, нам там ничего не возвращает. Это просто плюшки, которые компания производит и по себестоимости фактически отдает. Так, дальше едем. Значит, это Димины памчик. Я вчера в сторис показывала. Здесь у меня рядом открытого нет. Вот есть остаточки. Это на основе пчелиного маточного молочка и травки. Здесь вот такая вот жидкость. Сладенькая водичка. Очень сладенько. Короче, Дима спасается от изжоги. Мы уже проговаривали, что ужин в Додо пицца был неудачный, и у Димы была бешеная изжога. Вот эта штучка его спасает. Дозировка 10 капель.
Да, 10 капель, то есть этого флакончика фактически на месте хватает. Потому что Дима была такая реактивная изжога, что пришлось половину выпить. Ну, иначе все, то есть это невозможно спать. А мне нравится это диарея, вздутие, дискомфорты, неправильное пищеварение. В общем, все, что связано с желудочно-кишечным трактом, и ПАМ-11 нас выручает. Он стоит всего 200 рублей, его прямо от души рекомендую. Магний. Ургунические, такие вот капсулки. Дима у нас капсулки не пьет, он их вскрывает. Так вот расчехляет пополам и в ложку высыпает. Здесь магний именно в хелатной форме. Сейчас все скажут, господи, просим, ты опять матом ругаешься. А, ребят, это форма, которая, например, магний содержится в гречке, в орехах. Блин, ну сколько надо сожрать гречки и орехов, чтобы результат получить? Здесь помимо магния еще дополнительно допы, которые помогают еще лучшему усваиванию. И причем магний именно в виде цитрата. 450 рублей мы пьем на постоянку. А, старшая дочь, как учительница, говорит, почему у вас такой ребенок спокойный, в отличие от других одноклассников? Я говорю, у нас есть секретик, одна капсула магния. Так как мы приехали работать, активизация мозговой деятельности, не было вот из этой вот премиальной серии продукта для помощи мозгу, пришлось взять гинкобилоба. Что делает гинкобилоба? Такие вот тоже капсулки, что в районе 300 рублей он стоит. Он несет кислород клеткам мозга. Вообще гинкобилоба известна уже много-много тысяч лет. Здесь помимо гинкобилоба еще содержится витамин А, Е и С, помогающие усваиванию гинкобилоба. А вообще мозговое кровообращение нормализует и активизация всей мозговой деятельности. Ну, как уже сказал, кислород клеткам мозга. Тоже классная штука, пьем ее на постоянку. И это вот наш любимый комплекс, натуральные витамины. У нас еще в дороге остались. Не буду сейчас открывать упаковку. Вот такая вот. Такой пакетик. Этой коробки нам хватает с Димой ровно на 15 дней. То есть здесь 30 дней мы пьем напополам. Здесь очень большой спектр. Кому интересно, я могу отдельно все это расписать. Здесь полностью все натуральное. Это фактически концентрат еды для организма. Ну нереально, да? Витамина Е столько съесть в виде продуктов. Витамина В, витамина С, биотина того же, бета-каротина. Блин, позеленеешь от морковки, без печенки можно остаться. А здесь все сбалансировано. И, кстати, здесь практически... А, нет, здесь экстракт лиственницы российской. Все остальное европейские компоненты, это к чему, что компания работает не только на 67 стран мира, а работает и с лучшими поставщиками сырья. В общем, у нас все, день 2 закончен, ждите дня 3. Друзья, всем привет, день 3 в Анапе. Ваш любимый Дмитрий Юрьевич, что-то там возле компьютера шурошкается. Чтоб не жужжал. Чтоб не жужжал. Мы сейчас будем снимать обзор, готовим технику вот на эту линейку, про которую я вам вчера говорила. Он скоро выйдет на канале. Вот это вот столько техники мы с собой вот-вот-вот волочим. И тут все техника, все даже в чемодане. Контент. Все ради контента. Джинсы мои не контент. Джинсы мои не надо трогать. Вот, мы сейчас все это дело отснимем, например, на час-полтора у нас это займет, благо на улице еще день, и где-то в районе часиков 4 мы стартанем на центральную набережную, да, Дим? Да. Про Мензу. Да, как постараемся встретить. Да, ну мы вчера уже встречали без тебя, пока ты работал, еще раз встретим закат с другой стороны Анапы. Все, ребятушки, ждите, мы сейчас отснимемся и поедем. Едем мы с вами на центральный пляж, как мы и говорили. Машин стало чуть меньше, чем было лето, да, Дим? Я не пойму, тут может стоять, не может, что-то приближённая полоса. Не знаю. Палатки как работали, так и работают. Походу, лето круглый год. Очень много мужиков в шортах. Дима предполагает, что это сибиряки, потому что 19 градусов плюс ветер в Анапе для них, наверное, жарко. А, то есть, вон там парковка, как же туда съедет. Пойдем на парковку, не будем машинку просто так кидать. По-моему, ну там, и что? Непонятно. Аквапарк «Золотой пляж». В общем, вот здесь мы были летом, где было просто тишма народу тишила. Да, Юрьевич? Да, тут тьма была. Я не люблю, когда много народу. Вот, и мы решили сравнить, а какой же, какая же она, Анапа, с центральным пляжем именно вот в такой период, как дни сезона. Но народ все-таки есть, и народу, я бы сказала, немало. Я ожидала вообще пустынности, нифига. Таких хитропопых тараканов, как мы, более чем, наверное, достаточно. Дим, походу, парковка не работает. Пойдем, может, там есть кто сидит? Сейчас мы это пойдем узнавать. Там, по-моему, не Конго. Может, ремонтируют как раз? Может быть. Вон там, видишь, как ремонтные работы какие-то идут. Короче, шляпа. Машину поставить негде. Как летом, что сейчас. Но я думаю, мы сейчас это узнаем и выясним, где мы можем тачку кинуть, да? Ой, наш мастер парковки нашел место. Для меня вот это нервы. Я хоть и водитель,
И хоть я на нем и езжу, на праймере, но вот в такую гущу я не полезу. Я лучше подальше машину поставлю. Так, ну что, машину мы поставили, я вам уже показала. Мы заходим на центральный пляж. Летом сюда было просто не пробиться, да? Да, мы сейчас, наверное, петлички оденем, чтобы нас было слышно. И, кстати, люди купаются. Ой, мы нацепили амуницию. Экспериментируем по поводу звука. Да, эксперимент. Не знаю, будет, наверное, лучше, чем с камеры писать. Показывай пляж. Вот они, ну, тут чистит его, наверное. Видишь, куча какие интересные. Это что такое? Не знаю. Может, старые водоросли, которые прибивают? Ужас. Мы идем вон туда. Нет, вообще мне нравится. Мы поработали продуктивно, да, Дим? Все, что надо, сделали, ну, половину. Эмоциональную рабочую нагрузку мы выполнили. Выполнили, а теперь надо снять немножко их. Релакс, немножко погулять. Услышать природу, звук моря. Ну, это надо вообще. Кстати, завтра воскресенье, и мы все-таки по вашей рекомендации поедем на Большой Утриш. Ой, по-моему, Юля комментарий писал, но боюсь ошибаться. Думаю, кто-то нам порекомендовал, он из Анапы, человек, женщина. Девушка. Девушка, ну пусть будет девушка. Она рекомендовала нас на озеро Супов. Там как раз кипарисовые. Можжевеловые. Нет, кипарис. Можжевельник там. Пусть будет можжевельник, короче, или кипарис. Разберемся завтра, можжевельник там или кипарис. Потому что в понедельник нам ехать в Краснодар на целый день на съемки. Завтра Дима сначала говорит, ой, да ладно, я монтировать буду. Говорю, нет, давай лучше мы сначала съездим, а потом монтируй. Пока погода позволяет. Ну, видишь, это то, что прибивает, вот смотри, водоросли. Да, вот, а это водоросли, смотрите. Дима, это гора водорослей. Слушай, йод полезно. Кораблик. Кстати, на удивление, очень чистая вода. Да, отдыхающие уехали, море выкинуло все нахрен. Смотри, оно равносильно и Фатарийскому. Да, вот где мы отдыхали, да? Да. Сейчас оно вот это, более-менее нормально. Ну, я говорю, море отдыхающих выкинуло, водоросли выкинуло и очистилось. Ну, и Фатарийский сезон такой. Ну да, вот в июле мы были, когда. Я буду позади катамаран, он трещит. Смотри, как его болтает, интересно. Где? А вот, на горизонте. Вот это большое? Да, беленький там. Короче, я хочу на чем-нибудь таком покалататься. Не-не-не, он его там что-то шатает конкретно, я боюсь там это. Чего ты боишься? Меня ушатает. Куда тебя ушатает? Ну, это, бурли сделаю. Есть вот такие вот мужчинки, голышарики. Сибиряки. Я не знаю, как кто, но мы, блин, в куртке, теплющие комнаты. Нет, а реально. То ли мы, наверное, вы, как бы, да, в квартире замерзли, потому что нужно попросить включить отопление, что-то нам холодно. И прям на улице мы греемся. Все-таки мы хотим немножко погреться. Так, ну что, пока отключаюсь, включимся потом на пирсе, да? Да. О, кстати, медуза большая. Ой. Смотрите. Выбросила. Жалко. Большой. Вон еще медузка. Вот я вчера с кучу таких же. А вчера... это выбивает. Но я тебя про это спрашивала вчера. Я же снимала их, когда ты не ходил со мной закат смотреть. Такие же, да, праздники? Да. Люди лезут в море. Ну, где залезть, ну, по колену. Сейчас! Я тебя сфотографирую. Делать мне нечего. Мы идем, а я боюсь. Ну да, что-то дощечки не внушают доверия мне. Да, Димка ржет, а я боюсь. Вон катамаранчик. Вон, это лодочка какая-то. Ты наверх показываешь, Тань. Ну, ты мне все эти кадры замечательные. Вот так видно? Портишь на корню. Ну да. Плавать я не умею, поэтому очень боюсь навернуться туда вниз. Ну, по дну пройдешь. По шею, да? Да. Может, ты будешь снимать? Мы вас пугали, что мы хотели в Тамбове съесть пластмассовую еду в час ночи. Нам Тамбов не разрешил. Но мы же упертые, да? Мы купили вот что. Нет, на самом деле здесь ничего страшного нет. А Бургер Кинг – это креветки.
у Димы, правда, пепси-кола. Нет, то, что Татьяна мне не принесла, я даже в детстве столько не выпивал. Сколько сейчас мне придется это сделать. А у меня кофе. Я, кстати, в Бургер Кинге кофе ни разу не пила. Сейчас попробую, скажу. Конечно, не домашний Мехмед Эфенди из подаренной тобой кофе. Ну, давай сравним между Роснефтью, заправкой, и этой. Одинаково. Вот так вот. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Нет, ты с этим не справишься, просто... А куда мне девать? Выливать что теперь? Она безлимитная, ты можешь ее сходить налить. Да это ж кто же, блядь, коров поит только, наверное, блядь, этим лимонадом. Будет... Здесь креветки. Молоко газированное. А тут что такое? Может, ты возьмешь себе еще один мистер? Что такое вот это вот? Вот это что такое? Здесь лаваш, овощи и креветки. Угу, все, понял. Я уговариваю Татьяну Павловну прокатиться на маленьких бешеных картингах. Вот. Татьяна Павловна боится. Ну как уговаривает? У Димы два варианта. Хочешь? Не хочешь, я один пошел. Или хочешь, или надо. Или я один пошел. Потом я так погонялся бы сейчас, конечно. Я... В 12 лет как раз приезжал в Анапу с родителями отдыхать. Это картинг, вот эта площадка, она немножко была смещена в другую сторону, где, наверное, где центральный вход раньше был. А сейчас ее, наверное, перенесли, возможно, могу ошибаться. И вот я в детстве катался на этих картингах, но по тем временам для меня это было безумные бабки. Так дорого было, стоило вот это удовольствие. Вот, папка вырос, а желание все тоже осталось. Че, покатаемся, мать? Ну пошли, там вон очередь. Пристегнуть. Смертельный номер исполняется впервые. Обратите внимание. Правая педаль зеленого цвета – газ. Левая педаль красного цвета – тормоз. Две педали одновременно не нажимать. При въезде в ангар будьте внимательны. Сбавьте скорость. За удар машинки в ангаре штраф 500 рублей. Внимание! Во время аттракциона с машинок не вставать без разрешения инструктора. Я могу сказать. Ребенок. Дал Господь Бог мужа. У меня вот муж молился, боженьки, ему хорошая жена досталась. А ты что, не молилась? Я не а тебе карма достигла? Мне карма досталась. Не, на самом деле прикольно. Единственное, что, ребят, вот смотри, встань вот так, чтобы нас было видно. Короче, мы там еле поместились. Если вы вдвоем шире, чем мы, не лазите. Мы еле-еле в притирочку. Нам даже сказали, не пристегивайтесь, вы большие. Реально, то есть, если человек крупнее, два человека крупнее, чем мы в совокупности, то, ребят, нет, вообще не вариант. Но прикольно. Димыч так даже... Я там двоих обогнал. Давай. Ультра-эго свое потешил. Все, давай. Ну, по дороге на прайме так не погоняешь. Если так будешь гонять, от прайма останутся рожки до ножки. Да нет, я штраф соберу. Больше, чем прайм. Кстати, магнитики, то, что ты хотел, Ваня. Нет? Нет.
А сейчас меня муж, знаете, куда тащит? Он туда. Опять Татьяна Павловна, будем из зоны комфорта вытаскивать. Да у меня какой-то сплошной выход из зоны комфорта. По пирсу меня протащили, знаешь, что я безумно боюсь глубины, когда нет вот ровной поверхности под ногами. А еще, знаете, что я хотела поснимать? Довольно-таки, ну, как бы, ну, скажем так, не людно, но народ есть. О, поэтому... кабинки там. А, кабинки, ну ладно, так страшно. В общем, что не сделаешь ради мужа и контента. Все для вас, дорогие зрители. Пошли с билетом. А, кстати, картинги всего 300 рублей за двоих мы отдали. Кстати, есть... вот это я предполагали, чтобы 1000 рублей отдадим. Да, мы были морально готовы 1000 отдать, потому что, блин, ну как-то картинги серьезные. Сейчас хозяева услышат, поднимутся. Летом, кстати, вот, выходи. На, снимай. Ну, снимай. Чем отличительная особенность этого колеса обозрения? У нее есть кондиционер, поэтому летом вы тут, как в теплице, не жаритесь. Прикольно, закрыто, все, но безопасно, с детьми безопасно, не страшно. Начинаем подниматься. Но вот в такой я не боюсь, я боюсь открытой. Помнишь, у нас в центре было колесо обозрения, ты меня его затаскивал на него последний раз, когда мы Надю ждали. А я в пенсии, не с тобой? С Надюшей катались. То есть, когда открытое полностью, ты только сидишь, а вокруг тебя две железки, это реально страшно. А это очень напоминает кабинки, помнишь, у меня в Нижнем Новгороде канатная дорога, где... Вот, свет выключили. Все. Я сейчас буду сторисы снимать. А мы сейчас чуть-чуть повыше поднимемся, и мы вам покажем, как это все сверху смотрится. На самолете мы летать любим. А тут чуть-чуть повыше поднялись головы. Ты зачем диван держишь? Ну давай, присядь, давай. Не, это не наигранно, правда. Татьяна Павловна у нас очень боится высоты. Очень-очень. У нее паническая, как страх. И вот, может быть, мы маньяки, но мы вот иногда любим выходить из зоны комфорта. Любимое слово такое, вот. А ты что ж это? Ну открой глаза, ну такой вид, да. Свет выключили опять. Не хватит. Я же говорю, у меня муж молился, боже, а я нет. Мне кажется, это наоборот. Да? Говорил раньше. О, самая высота. Прям самый-самый горизонт. Не горизонт, самый-самый вертикальный. Все, вниз пошли. Так, все, все, успокойся. Аж кровь закипает, да? Кровь в голове, тошнит. И спазм у меня по желудку, по мозгу. То есть... А ты вот наверх, смотри вот на конструкцию, и все. К сожалению, мы на экшн-камеру не сможем передать всю красоту, потому что будет зернистость картинки. Тут надо с зеркалкой приходить и видео снимать.